Вітаю! З вами програма «Тема», я Олена Хорошилова. Сьогодні у нас туристичні маршрути України, цікаві місця і спа-зони. І як до них дістатися? Причина, навіщо нам це потрібно, загальновідомо, тому почнемо прямо зараз. У нас в гостях досвідчений експерт з туризму Тетяна Закладна. Вітаю вас, пані Тетяна. Вітаю, Олена. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу того, що нам потрібно знати місця в Україні, куди можна поїхати відпочити? Прийшло время, это лето, пора отпусков. Но, к сожалению, сейчас сложилась такая ситуация, что невозможно никуда поехать. Границы закрыты, самолеты не летают, поэтому самое время узнать наши прекрасные в Украине места. Почнемо. Я читала таку інформацію, що дуже корисно і не просто приємно, а навіть корисно відпочивати на водоспадах. Які водоспади є в нашому регіоні і в Україні? Ну, водопади, я вважаю, що вони полезні всім, тому що там йде як ісцеління, мощна сила природи, красота, ну і будь-яка вода, вона змиває негатив і всю усталость, неприятності. Тому я, звісно, всім советую побувати на водопадах. От найперший водопад – це Манявський водопад. Висота його 18 метрів, і долина його – и долина реки имеет сказочные пейзажи. Но у нас на Днепропетровщине есть также водопады, поэтому можно побывать. Это водопад называется Шолоховский. В народе его называют «Красные камни», и находится он в Апостоловском районе. В Запорожье есть на реке Вольнянка в Вербовой балке. Ну, вот такие вот водопады, которые находятся у нас. Можно и рафтингом заниматься на нем? То есть есть там рафтинговые какие-то программы? Рафтинговые программы, они находятся на Южном Буге. Это очень интересные места. Мы потом поговорим позже. Скажите, есть такое гирское озеро Сеневір? Я про нього багато чула, я там ніколи не була. А ще я знаю, у нас, коли ми жили в Кривому Розі, у нас теж було Солоне озеро. І ми всі туди ходили, ну, як на пляж. Воно і досі є, до речі, це озеро. Я знаю, що у нас в Україні дуже багато солоних озер. Які ви знаєте, які ви можете запропонувати? Якби то аналоги Мертвого моря, чи може якось... Ну, в Харківській області є аналог Мертвого моря. Тобто всеукраїнського значення. Є у нас такі озера в Солоні? Да, да. Это в Харківській області солоне озеро, которое имеет аналог Мертвому морю, имеет тот же состав минералов и полезных веществ. Поэтому туда можно поехать как отдохнуть, оздоровиться, покупаться. Вот. Также и у нас есть, это в Павлограде есть, это соленый лиман. А также вот можно посетить озеро Сеневір. Расскажите трошечки про это озеро. Озеро Сеневір, в общем-то, находится у нас на Западной Украине. Достигает 24 метров в глубину, и оно очень глубокое, потому что даже в самое жаркое время метр-два в глубину, вот как бы оно более-менее прогретое, а затем уже вода просто очень холодная, ледяная, обжигающая. Назви як Анталія, Бодрум, Несебр, Елат, Шарм-ель-Шейх, вони ці назви дуже багато кажуть для нашого вуха, але зараз вони нам недосяжні для нас. Скажіть, які б хоч би частково змогли нам замінити ці міста, які ви можете назвати? Ну, це Кириловка у нас,
более-менее так подходит. Это сейчас такой уровень. И VIP есть, и обычные дома, и база отдыха. То есть можно рассматривать любые варианты. Геническ. Очень интересные места есть, остров Бирючий. Но по поводу Кирилловки, здесь 20 лет назад, конечно, ну, мало чего было. Поэтому сейчас это как бы начали уже расстраивать. И появились коттеджи, очень интересные пансионаты, дома. Я считаю, что можно поехать и отдохнуть, скажем так, на любой кошелек. Что самое интересное в Кирилловке, это то, что можно и развлечься. Есть кафе, есть рестораны, есть аквапарки, дельфинарий. Ну, то есть, как бы, все самое интересное. Конечно, это не Турция. Цены немножко другие. Ну, в общем-то, можно отдохнуть хорошо. А еще какие места вы знаете? Еще в Кирилловке есть, вот Кирилловка, скажем так, делится на несколько таких поселков, регионов. Это Коса Пересыпь, это центр Кирилловки и Степок. Федотова Коса и Степок. Вот Пересыпь, это считается, в общем-то, как бы самая тихая зона, поэтому она, кто хочет более-менее тихо, спокойного отдыха, тогда можно поехать на Пересыпь-центр. Пожалуйста, все развлечения, все, что вы хотите, есть там. Но многие скажут, что это далеко от моря. Нет, все рядышком, все находится в ближайшей доступности 5 ну, максимум 15 минут, и вы уже будете на море. Вы сказали Пересыпь, а чего вы не хотите рассказать нам про Одессу? Там теж є така назва. Да, ну, Одесса – это особый город, особый колорит, поэтому в Одессу лучше ехать вот как бы самостоятельно и конкретно в как отдыхать, так и проводить время культурно. Почему? Потому что там есть и театры, и кафе, и ночные клубы, и заведения, и очень много конкурсов проходит, и юморины, и вы знаете, что есть исторические места. Конечно же, пляжи хорошие. Но это не в самом центре, конечно, чуть подальше от Одессы. Но в то же время море тоже черное. Там Азовское, в Азовском, кстати, море прогревается, но до 30, а то и до 35 градусов бывает. А вот Черное море, конечно, попрохладнее. То есть если в Кирилловку можно уже в мае ехать и купаться, и в сентябре, то в Одессе нужно приезжать хотя бы в июне месяце для того, чтобы можно было хорошо купаться. Тетяна, я вас трошечки знала, інше, коли ви розповідали інші речі, більш, може, пов'язані з закордонним відпочинком. І я розумію, що все ж таки ви плекаєте надію, що колись ми повернемося до подорожей далеких, більш таких екзотичних. Скажіть, що б ви хотіли все ж таки додати про наш, в якому стані, як ви оцінюєте, в якому стані знаходиться наш, наша
курортна ця напрям, наш цей бізнес. Він є вже якісь за 30 років вже якісь такі моменти, які ви кажете, от можете сказати, це добре, це вже на вищому рівні. А де ще треба попрацювати? Ну, я считаю, что, конечно, у нас сейчас все очень хорошо развивается, потому что все прекрасно понимают, вот закрыли, допустим, зону, да, перелетов, и на этом все. С другой стороны, очень многие могли и не поехать за границу по разным причинам, поэтому потихонечку все застраивалось. И сейчас уже я считаю, что очень хороший уровень есть, как и в Кирилловке, и в Одессе, безусловно, все становится на высокий уровень. Но все равно наш украинский, в общем-то, сервис немножко не дотягивает. Во все это нужно вкладывать деньги, но у нас пока, наверное, таких средств нет. Хотя вот пытаются очень хорошо все делать, перенимают опыт. Ну, а як вам здається, якщо може бути така ситуація, обговорюється така ситуація, як пам'ятаєте, наприкінці 20-го століття Турція вона була повністю інвестована Німеччиною, весь цей туристичний бізнес, будували готелі, все ж налаштовувалось певним чином. Таке, на взагалі, є у нас такі зони, де б це можна було зробити? Ну, при наявності інвесторів, бажання. Є такі зони, які ви розглядаєте, як можливо, як зробити, як в Туреччині 30 років тому? Ну, турки пытались сделать это в Криму, поэтому Крым сказали, нет, мы не отдадим. Кто тогда руководил Крымом. А у нас в Украине, ну, навряд ли, конечно. Ну, это турки, а если эти немцы захочут сделать, то это же трошечки разные вещи. Если немцы, ну, наши тоже не отдадут. Пытаются делать, да, что-то узнают, перестраивают. Я считаю, что уже, в общем-то, идет тенденция хорошая. Вот. Ну, а немцы будут развивать в другом месте. Я зрозуміла вашу позицію. Скажіть ще декілька слів, у нас є декілька хвилин ще залишилось. Що можете сказати про літній відпочинок в Західній Україні взагалі? Куди ще можна поїхати? Ну, Карпати, пансіонати, Закарпаття, да? Там дуже багато пансіонатів, оздоровительних комплексів, турбаз, баз відпочинку. Це гори, це ті ж озера, в общем-то, де можна відпочити. Ну і рядышком за границу, звісно ж. Ну, если откроют, конечно, границы. Ну, может, как раз якісь там, ну, з Польщею, я знаю, відкриті. Тобто можна пересуватися через кордон. Можливо, і в Закарпатті, можливо. Ну, в Закарпатті, якщо ви приїжджаєте, то це вже непосредственно там отдых, потому что там красивейшая природа, там в одну сторону чудесно, в другую замечательно, можно просто наслаждаться и ну, просто ездить на велосипедах, ходить в горы пешком, изучать историю, просто загорать возле на озерах. Да, вот есть Черепашинский остров, где можно слиться с природой, посидеть, устроить пикничок, ну, в общем, вот так вот провести время на природе. Тетяна, що ви хотіли побажати нашим телеглядачам наприкінці нашої зустрічі? Ну, советую, конечно же, отдыхать у нас в Украине, хотя есть возможность, вдруг будет возможность полететь и за границу. Конечно, использовать это время с пользой для тела, для души, побывать, наметить для себя интересные места, кто где хочет. Ну и, конечно же, любить природу нашу Украину.
Це було побажання від експерту з туризму Тетяни Закладної. А я нагадую, що сьогодні ми говорили про туристичні маршрути України. Це була програма «Тема». Я Олена Хрошилова. Бережіть себе. Незабаром зустрінемось.